Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был учрежден в 1991 году. В этот день принято рассказывать гражданам об этом заболевании. В Центральную библиотеку пригласили местную общественную организацию инвалидов-диабетиков. Основная задача нашей организации – это информационная. То есть мы должны работать над информацией, которую должны получать люди с сахарным диабетом, о различных осложнениях, о школе диабета. Мы должны работать над профилактикой сахарного диабета. Сахарный диабет второго типа действительно можно предотвратить, проявив определенные усилия. Сахарный диабет – неизлечимое заболевание, но с ним можно жить полноценной жизнью. Чтобы не допустить тяжелое течение болезни, важно следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачу и принимать лекарства. Я соблюдала диету, занималась физкультурой, я все делала как положено. И я 10 лет живу с этим. У меня это не перешло в диабет, у меня преддиабет. В группе риска находятся люди, у которых есть наследственная предрасположенность, а также те, кто не соблюдает здоровый образ жизни. Основным фактором развития данного заболевания является избыточная масса тела, пониженная физическая активность, неправильное питание. Всемирный день борьбы с диабетом дает возможность людям узнать как можно больше об этом заболевании и помочь тем, кому уже поставили такой диагноз. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».